Это видео будет о пещерах Ламанон, либо их называют еще гроты в Кале. Данная пещера по официальной версии датируется примерно 9-7 век до нашей эры. Что мы точно можем сказать, что там люди действительно жили в 9-7 году до нашей эры. Это конец бронзового, начало железного века. 9 век – это уже, в принципе, начало железного века. А также мы можем сказать, что камень датировать невозможно, и, возможно, эти пещеры как минимум древнее. Может, не намного, а может и намного. Но об этом как бы тоже никто не знает. Почему выкладываю именно данное видео? Потому что меня заинтересовала трапециевидная форма помещений самих. Пещеры имеют специфическую форму, некоторые, по крайней мере, из них. И они имеют трапециевидную форму, это то есть стены наклонены вовнутрь. Имеет форму трапеции. С геометрической точки зрения это одна из наиболее устойчивых систем и как бы самое, ну, к любым землетрясениям, к любым нагрузкам это самая наиболее устойчивая система. С архитектурной точки зрения. Поэтому можно сказать, что лучшую форму уже подобрать нельзя. И именно поэтому меня и заинтересовали данные пещеры. Это очень сложно как бы их изготовить. Очень интересная форма, очень древняя, встречается только в Египте, в Перу, немного в Анатолии, немного в Боливии. Как бы самые древние цивилизации использовали именно вот эту форму. А потом уже делали прямые стены, прямые проемы окон, прямые проемы дверей. А самые древние, они всегда имеют трапециевидную форму. Это трапециевидные окна, трапециевидные двери, трапециевидное помещение и сооружение в том числе. И возле Египта, возле плато Гиза и в Перу, там трапециевидные формы сооружения. Можно с точностью сказать, что данные пещеры использовались древними людьми, ну, опять-таки, по официальной версии, с 9-7 века до нашей эры. Люди там уже были. Неизвестно, возможно, были пещеры еще до них, некоторые, по крайней мере, именно те, которые имеют трапециевидную форму. Также известно, что это место посещали сперва финикийцы, ханаанцы, а затем туда прибыли греки. Там недалеко относительно греческая колония Масила. И как бы эти земли активно, еще в очень древние времена, уже там были люди, они там обрабатывали камень. Там есть в Ламанон, также есть специфическая каменоломня со следами такими же, как и каменоломни возле Финикии. Можно сказать по данным пещерам, ну или гротам, пещерам. Эти пещеры находятся в песчанике, ну sandstone, по крайней мере по официальной версии. Там гигантские скалы, гигантские горы, и люди, в принципе, там скорее всего, что очень много пещер, это именно работа людей. Может, 99-999% это все работа людей. И только именно те, которые имеют трапециевидную форму, они под вопросом. Ну, возможно, тоже работа людей, но им как бы кто-то дал уже эти знания. Как они говорят, наши боги, вот
нам было видение, нам было знамение, мы сделали все.